привет, дорогие друзья! То, что вы сейчас узнаете и увидите, вас повергнет не просто в ужас, а в необычную обстановку. Наблюдение людьми за НЛО уже не секретно, они уже давным-давно наблюдают за нами, как мы за ними. Как вы думаете о происходящем, то, что вы сейчас узнаете, кто-то вам поверит, а может и нет? Давайте мы с вами разберемся. Этот кадр был сделан в России в 2019 году. Группа туристов, которая направлялась в Краснодарский край, встретила на своем пути необычную обстановку – космический НЛО. Утверждают люди, которые видели, что этот корабль появился из яркого света. Но так оно было или нет, никто не знает. Все уже давно-давным знают, что НЛО не скрывает свое присутствие. Давайте мы разберем этот необычный ролик. В 2016 году в Швейцарии встретили необычный объект. Он напоминал как на топор. Но что удивительно, этот объект был снят еще и в космосе. Что происходило на нем, никто не знает. Но самое главное, этот объект мог менять природное явление. То есть вы сегодня смотрите на солнышко, но через пару минут будет здесь снежок. Удивительно, но это факт. И как раз пошел снег после того, как появился этот объект. А эти кадры были сделаны, не поверите, в Гималае. Несколько объектов могло напасть на людей, но они не нападали. Как вы видите, эти кадры, они просто зависли и просто ждали свой час. Что на самом деле и дает необычную такую обстановку. Удивительно, вам не кажется, что НЛО могут управлять и людьми? У нас как будто гена ими создана.
Но удивительно не это, что они висят, а то, что они потом исчезнут. Как вы думаете, происходящее то, что вы сейчас видите, реально или все-таки фейк? Решать вам, дорогие друзья, ибо все это только начало.